StarLadder TV представляет 10-й юбилейный сезон звездной серии Dota 2. Лучшие команды со всех континентов, самые популярные студии и комментаторы, SL TV, Beyond the Summit, Imba TV и LGD TV. Сотни часов трансляций на 5 языках и гранд-финал с участием легенд Dota 2. Покупай билет, следи за матчами звездной серии в клиенте игры и вноси свой вклад в призовой фонд турнира. Впервые вместе с покупкой билета ты получаешь уникальный сет на Тини и компендиум StarLadder TV с системой достижений. Следи за ростом призового фонда и получай дополнительные призы. Для начала – буст игрового опыта. Далее специальный лоад-скрин от StarLadder TV. Худ турнира, матч всех звезд, игровой курьер и новый сет на одного из самых сильных героев Dota 2. Ты увидишь это первым. Следи за событиями на сайте Dota 2 StarLadder TV. Покупай билет на StarLadder или подвергнешься тщательному анализу. Ну что же, еще раз всем привет. Возвращаемся мы с вами опять-таки после паузы. И третий матч сегодняшнего игрового дня. Третий матч для команды Power Rangers из Беларуси. И на этот раз соперник опять-таки у них очень серьезный. Это команда Fnatic. Обновленный состав команды Fnatic. Видели мы уже, да, NoTail, Fly в других командах. Эра, вот как раз-таки буквально часа два назад появились новости, что создает еще одну свою команду. Ну и Honey Tricks, это единственные, кто остались. Ну и Excalibur, в принципе, тоже был частью команды Fnatic. Да, до поры до времени. Ну и вот он состав. Honey, Trixie, Boogie, бывший игрок команды Rat in the Dark финского коллектива. А также в составе другого финского коллектива он играл, который у нас, не помню, как назывались, если честно. Играли у нас на Star-серии то ли в седьмом, то ли в восьмом сезоне. В седьмом, по-моему, играли. А, как? Menace. Да, Team Menace, да. Pass из Mousesports, ну и, собственно, Excalibur. Ну и против них уже хорошо вам известные Power Rangers, которых мы третий раз сегодня будем видеть. Давайте смотреть за игрой, потому что у нас уже пики фактически закончились. У нас тут уже по 3 пика каждая команда сделала, по 4 бана, поэтому... Ну, герои не особо сильно у нас меняются, герои остаются примерно те же. Единственное, что Винга теперь играет не за Power Rangers, как бы это странно ни звучало. Да, Винга у Fnatic. Дум от Мавинга. Фнатики сегодня уже сыграли один матч, где-то на, не знаю, на какой-то лиге было против Hellraisers, и там они выиграли матч, проигрывая 15 тысяч голды по ходу игры, сделали такой невероятный камбэк, так что Фнатики сейчас должны быть на кураже, отличное настроение. ПРы же, напомним, сегодня уже сыграли дважды, одну игру выиграли, одну игру проиграли, ну вот во второй выигранной игре уже смотрелись неплохо. Сайленсер от Фнатика. Да, очень любопытный такой товарищ этот Сайленсер. Причем, по мне, тут немного непонятно, зачем он пока что здесь. Это может быть Кэрри Сайленсер? Кэрри Сайленсер? Да. Не знаю. Ну, а что, забыл времена саммита, что ли? Кэрри Сайленсер, рефрешер, гоним, ехала, крутой герой. Окей. Это реально крутой герой. Что ты, Шейкер вообще будет умирать, просто ничего не сделав. Шейкер мог бы и от Кэрри, там, не знаю, кого-то. Марфа умирать, да? Кэрри Марфа мог умирать. От Кэрри Антимага, от Кэрри Войда. От Кэрри Лайфстиллера. Кстати, где вообще Лайфстиллер? Что случилось? Забыли. Кто был у нас герой? Где Луна? Где Лайфстиллер? Вот просто пропадали у нас эти герои вообще из вида. И мы не знаем, когда мы их увидим в следующий раз. Увидим ли вообще когда-либо. Не, ну Луну периодически могут брать Сайленту. Ее банят частенько против Айрата. Ну а так, да, так больше нету кандидатов. Да. На то, чтобы взять этого героя. Но пока на данный момент мы видим, что в бане у нас Эмбер, Раста, Банша, Ликантроп, Джакиро, Скайрос Маг, Тинкер и Войд. Скайрос Мага, когда банят, он так плачет, так... А мы такие... Слава богу, да. Да, Адмирал Кунка, Power Rangers. Очень любопытно. Это, да, это суппорт Кунка, видимо, под Шейкера ребята решили взять. Или это будет Кэрри Кунка? Я не знаю. Мне кажется, это больше суппорт Кунка. Похоже на суппорта Кунку. Может, добрать Shadow Demon и сделать Кэрри Кунку? Можно и так сделать, в теории. Это вариант, в принципе. Ну вот, сейчас мы и выясним. Вот как считает Хани, кто это будет, Кэрри или суппорт? Сейчас мы выясним. Может, это вообще будет Кунка в мид и Разор на изи лейне? Может быть. То есть такое тоже может быть, действительно. Ну, в общем... Там чеширский кот что-то себе придумал, и сейчас разберемся. Ну, пока нас ждет еще пятый бан от одной и второй команды. Интересно, что же забанят Фнатики. Фнатики, которые, еще раз напомню, дебютируют на Star Series. Это первая игра их в этом сезоне. 0-0, последняя команда, которая
имеет нули в своем активе. У нас есть еще один ноль, это ноль поражений у Virtus.pro, кстати. Это два последние нолики, которые остались у нас в турнирной таблице. Но вот сейчас один из этих ноликов пропадет, потому что будет или первая победа, или первое поражение команды Fnatic. Ну, Fnatic, да, действительно, немножко затянули со стартом. Собирали они там людей, собирались с мыслями. Ну, давайте уже скорее, Хани, последний бан. Да, долго-долго думают сейчас Fnatic. Осталось у них всего 18 секунд, мы видим. И забанят ли они саппорта, либо забанят они какого-то кэрри. Вот надо думать. Ну, просто саппорты Шекер и Кунка, это как-то очень не очень, да? Потому что они не харасят, они... Ну, они только могут прийти и попытаться убить, да. Да, больше да. Они ни на что не способны. Есть такая тема, они особо погонять в оффлейне никого толком не... Ну, они как раз и могут типа погонять, но погонять угрозой убийства, именно постоянно держать напряжение, они редко могут. Им да, нужно согласен. Либо идти убивать, либо идти отпуливать. Один не может остаться и стоять, типа, там, Кунка через эсочку саблей махать. Ну, это было бы, на самом деле, глуповато. Но сейчас мы еще узнаем, что у Фнатика, потому что, в принципе, герой в мидлейн тоже нужен, если это не мид-сайленсер против Разора. А, кстати, сайленсер против Разора тоже неплохо. Заставлять Разора постоянно что-то юзать через курсу, в принципе, можно стоять. Ну, в теории, да. В теории сайленсер вообще очень хороший герой. Но это только в теории. На практике обычно бывает так, что команда думает, мол, блин, нашему пацану будет стоять сложно. Дают какой-то плюс один. И все, и сайленсер становится вообще нулем без палочки. Так, ну и вот он. Пятый пик. 5 секунд осталось, да. Вот 5 секунд вот сейчас будет. И это Брюмастер. Кстати. Последним пиком как-то вот так забыли. Вот. Что-то Брюмастер в последнее время как-то вот из этого пула Разор, Скайрасмак, Войд как-то вылетел. Потому что люди, видимо, научились начали... Сайленс давать. Во-первых, научились сайленс давать, во-вторых, разучились, видимо, там, не знаю, расконтраливать, микрить. Я вот этих всех Брюмастеров, которых недавно видел, это просто какие-то ленивые упыри. Ну, блин. У Фнатик есть Экскалибур, который любит. Да, я понимаю, вот в том-то и дело, то, что все-таки есть команды, у которых реально лютый задрот есть на Брюмастере, который очень классно исполняет. Но в основном это просто ленивые типы, которые ему пиво впадло кинуть, которому, там, я не знаю, развалиться впадло, там, своих спиритов расконтролить. Я понимаю, что, может, он не особо там потеет. Ну, блин, ну зачем тогда брать такого персонажа? Просто Брюмастер такой, что он в соло действительно может шорох наводить, там, минуты до 25-й. Вообще на изи. Ну, 5-й пик Пэр. Чем ответят Power Rangers? Да, 3-й матч подряд у них, возможно, немножко устали. Но, с другой стороны, наоборот. Раскликанные, разыгранные, все более-менее ок. Ну, надо дождаться. Что же они предложат своим соперникам сейчас? Ну и опять же интересно, что там по линиям они себе придумали. Все-таки Хани считал, что это должен быть Керри Кунка или Мид Кунка. Ancient Apparition. Да, все-таки это будет... Керри Кунка? Это будет Мид Кунка. Ага. Шачло забирает Кунку, а Мун будет играть на Разоре. Это будет Мид Кунка. Ну, Бетрайдер, понятно. Ну, такой спорный пик, я бы сказал. Ну, он интересный, а в плане исполнения, как говорится, поглядим, что да, там дальше у нас будет. Да, но здесь здесь мы видим, что у нас Хани играет на Патме, Буги будет играть на Брюмастере. Я так понимаю, это соломит Брюмастер, скорее всего. А Дум сложно, и саппорт Экскалибур, или как? Ну, и вот давайте думать. Вот, я только хотел сказать, что обычно Матумба Мэн стоит в миде, насколько я помню. То есть, может, они там сейчас еще, правда, послапаются. Ну, может быть, и не послапаются. Может быть, действительно, Экскалибур пойдет в мид. Но сейчас пауза у нас от ПР, и нету одного из игроков. А Виджай Зик сейчас будет делать реконнект. Будем надеяться, что... Потерялся где-то Зик. Быстро он вернется. Да, вот, кстати, ссылочка на наш YouTube-канал. Подписывайтесь на него. Обязательно подписывайтесь. Смотрите воды. Все самое интересное только там. На самом деле там только воды, но это тоже интересно. А подожди, а твое видео с фиолетовой яичницей тоже там? Тоже нормально, вот. Да. И что там еще? Там вьюшки были с НТ или не вот. Было вьюшки? Все, все с International там. Это, кстати, единственный канал на Ютубе, на котором есть игры с International. Что англоязычных, кстати, да. Англоязычных-то водов с International нету в интернетах, на Ютубе, по крайней мере. А наши есть. Уже кто-то украл, ну, но это не официально. Официально, действительно, друзья,
для вашего сведения, что русскоязычные воды, они действительно нормально, легальными путями лежат на Ютубе. Так что так. Заходите, скачивайте для себя, там, не знаю, должен реконнектиться Виджазик, и прямо сейчас у нас начнется наш матч. Третий матч сегодняшнего дня. После этого нас еще ждет матч Meet Your Makers против Secret Team. Ну и однозначно матч дня в самом конце. Это Cloud9 Team Tinker. Это будет очень интересно. Это сегодня. Сразу, пока у нас еще пауза, наверное, стоит вас посвятить в наши завтрашние планы. Завтра, начиная с самого раннего утра, начнется трансляция на наших каналах китайского турнира Sina Cup на протяжении всего дня. Вечером вас завтра ожидает очень интересный стрим, потому что в 6 часов вечера по Киеву, всем по Москве. Завтра я буду для вас комментировать матчи нашей про серии. Стар-серия берет на европейскую паузу на 2 дня, и завтра вы сможете познакомиться с командами в нашей про-серии, посмотреть за тем, как играют команды в про-серии, так что завтра вечером и послезавтра стрим из про-серии, ну и завтра после про-серии товарищ Каспер вас будет радовать до самого утра трансляцией с американского дивизиона стар-серии. Что кошмар? Ты знаешь, какие там рубилово? Радовать я вас буду первых игры 3-4, а то, что будет дальше, это... То, что будет раньше, да, не зависит от Каспера. Это лучше дальше просто... включайте БТС, короче. Просто дальше буду выключаться я, как комментатор, будет включаться моя альтернативная личность. Ты сегодня приходишь домой, включаешь PlayStation, шпилишь часов до 7 утра, ложишься спать в 8, просыпаешься в 5 часов вечера. Профит. Давайте смотреть доту. Давайте смотреть. Я тебе могу познакомить с девушкой. Она... Которая будет против? Ну, не то чтобы Подожди, против. У тебя что, PlayStation в одной комнате с кроватью, что ли? Ну, типа да, у меня вообще одна комната, если что. Да, это, да. Ну, у меня тоже, поэтому я знаю, в чем проблема. Вот я же о чем. Не, у меня типа есть отдельная зона для игры, там и телек поворачивается в нее, в эту сторону, но, блин, это все равно напряг. Ну, ты ж так, да нормально, я вообще в кровать ложусь, телевизор на минимальную яркость, наушник в джойстик вставил, ну, изи ухо вообще засунул. Чувак, это под одеяло гениально с джойстиком и пошел. Насколько это гениально, потому что можно играть при спящем ребенке. Да, это, вот, просто... Какой-то гений придумал. На большом экране, да, с качественным звуком. Это реально гениально. Покупайте PlayStation. Вот такая вот реклама Sony скрытая. Совсем скрытая. Да. Good особенно, luck, have fun. Особенно после фразы «покупайте PlayStation». Покупайте PlayStation, да. Хани играет нас на Патме. Пас на Винге. Буги на Брюмастере. Это суппорт Брюмастер. И это Соломид Сайленсер. Против, да, вот, Кунки. Как ты тогда и предполагал, что... Гаплык сошло, короче. Ну, сейчас и поглядим. То есть, ну, смотрю вот, сейчас. Вот не знаю. Вот мне кажется, что действительно проблема у Шашло будет в миде. Очень интересно, как пойдет Экскалибур. То есть, во что он будет качаться. Но я так понимаю, он должен качаться через курсу. заставлять Кунку бегать без маны и постоянно что-то выдумывать. Ну, давайте смотреть. Ну, сейчас... Посмотрим. А нет, Last Word. Last Word, да. Ну, видимо, решил все-таки понюкать этого товарища. Да, вот видим, начинает его сразу же пробивать. Снизу Виджазик. И вот он Фрестблад. Ну вот ПРы в каждой игре на первой минуте отдают вот такой вот Фрестблад. На этот раз Фрестблад был хороший, потому что Хани и Пас, они заныкались в лесу. И стрела залетела там очень неожиданная для... конечно же, Виджазика. Ну, в любом случае, есть первая кровь. Ну, и вот Хани на слегка непривычной для нас роли роминг Патмы. Все-таки я думал, что это будет суппорт Брюмастер, но нет. Брюмастер себе донес тапок, щиток и сделал форсблат, откупил, собственно. И вот сейчас это такой атакующий Брюмастер. Ну, тут сейчас Мун выходит быковать и может получить. И его заманивают. Его сейчас заманивают, но, правда, далеко. Да, могли, на самом деле, ты его заманить. Вот в чем дело. Если бы он поймал там сейчас секунды на 4 стрелу, да, вот эти вот 580 хп ему могли теоретически снести. Там еще и Венга недалеко была со станом. Ну вот там Хани немножко долго думал. Действительно, надо было сразу выбежать, дать в лицо. Правда, Муну там уже было много дэмэджа, поэтому пришлось бы его убивать с пылами, клепами, станами. Вот выбегает на Муна, огромные проблемы. Пас отлично прогрызает. Муну убегать вообще некуда. Ну, даже стан пытается не тратить Венга, но все-таки пришлось тратить, и вот он. Второй фраг Фнатик. Фнатик начинает просто шикарно. Ну и вот, проблема была в том, что Джеймс где-то гулял. Вот этот шейкер, у которого единственный полезный спел это, да, фиссура, но он очень полезный. Где он был? У него нет ни экспы, ничего. Где, да, он был? Он вроде он как делал? И не пулил. Он вообще непонятно чем занимался. Он вот здесь даблспаун делал. Ну, я его поздравляю. Он сделал типа даблспаун. Да, для Кунки, для будущего. Да. Очень интересна раскачка у Экскалибура. Он качается без курсы вообще. Хотя, в принципе, против Кунки курса была бы неплохой. Но он качается, мы видим, через глейвы, через Last Word. Уже в 2 у него Last Word. Да, при этом у него что тут? 5-6. Кстати, Муна опять внизу, где шейкер?
Где Шейкер? Вообще забей. Вот фул просто... мана, фул хп. Что ты делаешь, Джеймс? Ну, уже ты можешь не выходить, уже все, уже три фрага сделали, уже хватит. Уже можно, в принципе, ГГ писать, потому что трипла вот это настолько в салатину сейчас выигрывает. Да. Вот это вот Винга, которая сейчас уже почти третий уровень, Патма, которая тоже почти третий уровень, и Брюмастер, который уже четвертый, практически без одного крепочка. Ну и тут, конечно же, ничего не скажешь. Отличнейшее начало от команды Fnatic. Ну и что дальше? Ну а дальше Шейкер у нас продолжает делать многоспауны, с чем мы опять же его и поздравляем. Вот он опять что-то настакал. Блин, неужели этим не может заниматься Ancient Apparition? Вот мне просто интересно. Ну вот и пошел ганг. Это будет ганг в мид на Сайленсера. Сайленсер битый, Сайленсер без маны. У Сайленсера, в принципе, ничего нету. И напасть, наверное, это очень хорошая идея. Ну вот сейчас откулдаунится через 6 секунд торрент. И, в принципе, просто через стан Шейкера надо его забирать. Но здесь уже рядом Винга. И здесь уже рядом Патма, который в смоке с двух сторон обходит. Смотри, какой ганг от Fnatic. С двух сторон я поднимаю камеру. Так. Ну тут сейчас... непонятно, кто еще на кого будет нападать. Вот повесили крест. Есть торрент. Нападают на Сайленсера. Сайленсер очень сильно, кстати, пробивает. Есть высокая вероятность его забрать. И забирают. И Шейкер тут тоже должен, наверное, погибать. Хотя он еще продолжает бегать. Нормально бегает. Джеймс, Джеймс, Хани. Один раз миснул. Но тут уже мисов, естественно, никаких не будет. И один в один. Но суппорта на мидера нормально. Да, неплохо ганганули парни из Power Rangers. Заработали первый фраг. Заработали первый фраг на Сайленсере. И это, наверное, очень даже хорошо для них. Так что поздравим их с этим. Ну а Буги тут вообще тем временем в чужой лес фармит, чужую линию, там 2-0-1, прям как-то Брюмастер ничего ему не может сделать. Разор, Разор проигрывает целый левел, хотя по сути Разор должен в Брюмастера постоянно линком всасываться и пытаться его отгонять, но здесь мы видим, так дела не идут. В два плазмофилду Муна, вот очень редко мы такое видим на Разорах. Ну, этот Разор, видимо, рассчитывал на то, что он будет кого-то бить, но пока что бьют только его. Это да. Да уж. Ну, и на топе, на Триксе. На Триксе висит 3 стака, рядом стоит Джеймс, надо нападать. 4 стака, надо уже идти давать стан. Почему он не дает, я не знаю. Чистого кота нету маны или вот, вот пятый, пятый стак. Пошел, ну, ну просто вот, подойди, дай фиссурку. Все, наконец-то фиссурка залетает. 6-й, загорается Бэтрайдер. А? Отличный стан от Трикси. Трикси таких не отпускает просто так. Или наоборот... не подпускает. Не подпускает, да. Смотри, он просто фуловый. Он включил землю третью, пробегался себе. Сейчас еще пойдет лицо. Маны пойдет. Полный запас практически. Да, да, да. КП вообще фуловый. Все товарищ. Нормально. Тут, тут более-менее все по плану. А, Хани и Пас продолжает, продолжает. Ребята просто путешествовать по карте. И пока у них получается очень хорошо, найдут ли они опять Разора. Хани сейчас спалится. Хани выбегает. Что он сделал? Он не дал запулить крипов. А, тоже правильно. Да, он просто задержал сейчас крипочков, поставил агрессивный вард. И Разор теперь вообще со всех сторон вардами окружен. Куда идет Мун? Куда идет Мун сейчас? Ну, он идет умирать. Да, это фраг. Есть стан. Правда, пошел... А, у нас еще будет и глобал, да, залетел. Вот и так все. Вот. Так, там в миде драка тоже у нас была. В миде в это время забрали как раз-таки Сайленсера. Который и давал глобал, наверное, не для того, чтобы снизу помочь, а для того, чтобы как-то себя засейвить. Так что... ну, скорее всего, да. Ну, видимо... ну, снизу Разору все равно бы глобал никак не помог. Так что такое. Ну и 5-2. 5-2 в Фнатике на 6-й минуте. Хорошо начали, хорошо ли продолжат? Вот в чем вопрос. Ну, по идее-то должны. Вот тут тоже, я смотрю, ФНГ пишет, где Шейкер? ФНГ там горит в Твиттере. Только домой вернулся, писал. Наверное, смотрит игры. Ну и горит. Это я еще его Шейкера не вспоминал. ФНГ не горит так, а то я... Не, ну мы тоже иногда горим. Но все иногда горят. Я особенно на матче Power Rangers горю. Я вот в самом начале сезона на каком-то матче PR, я помню, очень сильно горел, там, где Sunlight играл за них стандином. И у меня там... А, это когда он мискликнул и вкачал на Брюмастере на Брюмастере сложные даже, да, криты вместо клэпа. Я недавно, ну как недавно, в прошлом сезоне горел, когда у них был Шейкер с Транквилами и Мекой. О, да! О, это да! Это... Power Rangers! Power Rangers просто спонсора поджигательных жизнь. Понимаете, просто у организации Power Rangers Старладеру надо затребовать новых стульев на борт, потому что мы тут сожгли они прям всю фурнитуру доступную. Снизу будет опять-таки Генш. Сейчас Мун стоит, он вообще не понимает, что ему делать. Тут ну, смотри, куда Муна уже Хани. Муна тут окружает вообще со всех у сторон. У Хани тут такая позиция прям, вот, и все. Сейчас читер. Просто крипами идти. Смотри, супер позиция. Читер. Да, причем мы, по идее, здесь не должны видеть. Не, да, его не видят. Я сейчас смотрю, крипочки проходят. Он так аккуратненько за елками спрятался. Все, крипы прошли, не заметили кота.
Все нормально. Сейчас должен выходить. Хвостом стоит, машет. Да, и да, полетел Ароу. Да. Неточный. Ароу только что увидел Муну. Сейчас нету Ароу, и Муну должен выживать. Там он должен выживать. Вообще всем убегать, и Буги в первую очередь. Хотя у Буги есть Астрал Спириты, да, вот мы видим. Пошел Пас, у нас Праймал Спирит. Спрятался, ТП аут, отлично. И что, просто будет фраг, корабль, черт пойми, куда. Нормально. Джеймс тут стоит, кастует, и все. Ахани, мне нравится вот этот такой просто затаившийся тигр, знаешь. Да. Стоял, пустил стрелу, понял, что промахнулся, решил на рожон не лезть, и просто убежал пешочком из этого замеса. Так все правильно сделали, в итоге опять-таки минус Мун, и все. И у Муна, который уже не знает, что ему делать, у него 0-4-0, у него 15 крипов, это фармящий разор должен был быть. Фармящий? Это нынче так называется. Фармящий разор. Фармящий разор, у которого нетворс такой же, как у стоящей просто на одном месте Патмы. Но у Патмы при этом имеется 3 фрага и 2 ассиста, и Патма еще не умирала. Снизу Шачло пришел помочь своей команде. Ну, команде противника он помог точно. Да, 7-2. И опять-таки Фнатики тут не подпускают. Хотя вот как, так же, как и в матче против Secret Team, ну, ничего сверх особенного, невероятного Фнатики здесь не делают. Ну, играют они просто играют, воюют, увидели типа, который к ним близко подошел, взяли его, убили. Все очень просто. Вот Виджазик сейчас по воротам прошел, будет ли давать стрелу? Ай, полетела! Зик уворачивается. Не хочет он ловить еще одну, такую, как ловил в прошлом матче. Да, ну и вот мы видим, что пэры что-то, как только увидели противника чуть помощнее, чем средний, сразу начинают сыпаться. Слишком много ошибок допускают. Возможно, дело не в противнике, возможно, у них там что-то сегодня не идет. Не, ну как, ну с Albums, в принципе, ну с Albums тоже много ошибались, только под конец игры начало у них получаться. Да, так, что там у нас у Бремастера? У Бремастера дайгер есть, а и арканчики сейчас ему какие-нибудь, да, притарить, вот он. Ага, ним сразу можно выбирать. Да, Бремастер очень хорош. У Бремастера на данный момент топ-1 нетворс, причем разрыв просто невероятный. У него на 2000 нетворса больше, чем у, чем у Бетрайдера лучшего. Вот, на Бетрайдере, на топе. Ну вот нашли одну жертву, этого Сайленсера пытается убивать. Я на самом деле поздравляю, ребят. Да лол, они его сейчас еще не убьют. Это что вообще такое и как это называется? Вот что это за ганг Бетрайдер плюс Шейкер? Это попахивает... Джеймс! Вообще какой-то хренью. Джеймс! Все, остановился Джеймс, слушает стрим. Джеймс, мы тебе передаем чакры. Чакрами передаем тебе. Чакра Мэджик. Давай, скилл вкачиваем. Из Каспера выкачиваем, в тебя вкачиваем. Давай. Было бы что выкачивать. Вот в чем дело. Всегда найдем... Это не самое главное. Из самых закромов. Мидас. А, и это не просто Мидас, это фейзы Мидас на 10-й минуте у Трикс. По графику уже 6000 голды. И 3500 экспы в Фнатике ведут, они забрали только одну вышку. Все остальное это фраги, фраги, фраги. Да, вот 10 тысяч заработали за эти 10,5 минут ПР, и 16 тысяч заработали Фнатики. Это просто колоссальная разница. Да. И я боюсь, что Фнатики такое преимущество не отпустят. Мне более, очень нравится, как играет Фанни Пас. Фанни Пас. Фаник и Ханик. Фаник и Ханик. Полетел вот этот... Ой, как хорошо! Ну и Джеймса тут крипы просто убьют. Дэм. Что-то... Ну, у Джеймса было вот это полсекунды вижена, пока летела стрела. Да он даже вернуться. Не шелохнулся, вот в чем дело. Ну да. Это 8-й фраг. Ханни, отличная стрела. Вот Хани, мы видим, тем временем приобретает себе главсов. У Хани сейчас Мидас будет на роуминг по тме. Просто тапок Мидас на 12-13 минуте у него появится. Это уже как-то слишком. Ну вот мы видим, Хани тут напрягает. Шачло намекает ему, что, братюнь, я тебя не боюсь, а учитывая, что здесь и Дум, и Брю, и... Ну, Фнатики могут пойти забрать тавер. Не могут, они должны пойти забрать тавер. Есть телепорт сюда, будет дефенс. В смоке Джеймс зачем-то один. Зачем этот смок? И зачем он один? Зачем он один в нем, да, это самое главное. Ну, может, там кто-то еще был, смок уже заканчивается, может, они что-то быстрее добраться, я не знаю. Виджазику нужен 6-й левел, он это прекрасно понимает. 12-я минута игры, 6-м левелом даже не пахнет. У Шейкера вообще 4-й. Ну, Шейкер это еще куда не шло, 6-й левел там, да? Не очень. Не, ну у чего аппарата не пахнет? Аппарат уже, кстати, его почти получил. Не, я говорю, у Шейкера не пахнет. А, у аппарата, вот у аппарата как раз вот 6-й левел после вот этого крипа. Только он очень боится. Он боится, что его сейчас убьют.
такая, знаешь, паранойя начинается, когда ты вот-вот сейчас получишь шестой уровень. Не, ну когда тебя действительно по всей карте убивают, ну тут беда. Это примерно как когда ты на Нага Сирене сейчас думаешь, вот мне не хватает 200 до Сакрада, и тут тебя 4 раза подряд убивают, вот это не задача. Ты такой думаешь, да, пойду как куплю я, наверное, пошел, барабаны себе купил, и все. И успокоился. Сакрад не в этом году. Залетает первый айсбласт у нас. Знает, что шестой левел появился. Буги будет ли прыгать? Нет, Буги не хочет прыгать. Но Фнатики как-то тоже так скромненько. Фнатики, возможно, думают, что типа неужели все будет так просто. И боятся, что где-то здесь есть подвох, видимо. Потому что в некоторых моментах действительно действует слишком аккуратно. Причем неоправданно аккуратно. Да, подмандал инвиз. Буги в мид вместе с Хани пытается зайти. Инвиз закончится через 3-4 секундочки. И некого ловить. Потому что все заныкались. Все просто спрятались. Единственная встреча, которая могла возникнуть, это вот как раз возле эншентов. Там по разные стороны просто ребята разбежались. Буги. У Буги еще и просто инвиз есть, который он из ботла, видимо, отпил. Так что тут лучше на топ сейчас никому не приходить. Ну вот в миде там тем временем у нас поймали опять-таки любимейшего своего героя. Это Матумба Мэн или Экскалибура. Ульт Парейшна улетел очень далеко. Я причем не понимаю, почему, потому что... А, Глобал. Глобал, да, пожалуйста. Да. Стрела четко по таймингу, и чеширский кот степешился на хелпу. А там Буги подсвечивал, поэтому да, было несложно попасть. Просто посчитал немножечко по таймингу, дал Arrow, Хани, и очередной фраг делается, начиная со стрелы Хани, у которого 4-0-4 на роуминг по тме. Да, и всего 9 фрагов было сделано, вот в чем дело. Да, 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 в 8 он участвовал. Вот летит ему Мидас, и эта потма начнет превращаться уже не в просто суппорт потму, а уже в опасную потму. Вот, поэтому я достаточно серьезно в последнее время начал любить суппортов с Мидасами, так как эти суппорты действительно становится чем-то страшным под конец игры. Особенно учитывая то, что в последнее время модными стали суппорты с потенциалом в лейт. Всякие рейскинги, вот Патма на суппорте. Там кто у нас еще из подобных персонажей? Ну да, товарищи, которые имеются в виду в конце игры, они будут дамажить. Ну, даже да, то есть они не теряют актуальность до конца игры. То есть не только благодаря своим каким-то скиллам, типа как Бейн, да, там со своим финсгрипом, но и благодаря тому, что просто с руки будут наваливать там. Опять же, тот же Рейскин. Ты ему там Блейдмейл собрал, Кирасу собрал и просто рейд-кликом его отправил. Тем и временем, пусть враг думает, что с тобой делать. Тем временем у Экскалибура 1050 голды до Аганима. Ну вот он сейчас действительно немножко рисковал так вот, хотя у него за спиной там 4 пацана, которые сейчас, да, заняты убийством Рошана. Вот в чем дело. Шачло курсой просто чуть ли не всю ману снимает. Теперь представьте себе, что будет после ультимейта с Аганимом. Я думаю, об этом не хотят сейчас думать ребята из команды Power Rangers. Но они тут стоят у себя на хайграунде, там с ДД Кунка еще инвиз дают. Фнатики очень осторожны. Фнатики нереально осторожны, они не хотят, чтобы их где-то поймали на чем-то. Не хотят, чтобы были какие-то ошибки, пока Фнатики играют хорошо. Ну, пока да, посмотрим, как будут дальше у нас дела развиваться. Сейчас тут Кунка в миде тусуется, дабл дэмэдж все-таки. Хочется шваркнуть на 2 соточки и... Ну, почти. Нет. И в итоге шваркнул в никого. В одного крипа сразу получил тут же у нас Last Word. И... Ну, курсу не получил. Или получил, но сбросил. Не бросили на него, он сразу же... Нет, там просто Last Word на него кинули, и все. Подумал, что что-то будет, надо бросать торрент, но вот курсу... не стали в него тратить, скажем так. Ну и 17 минут игры. 9-2. Деньги. 15-900 на 25-900. Ну вот, 10 тысяч голды. Ну, экспа 18-900 на 24-900. То есть 6 тысяч экспириенса. По экспириенсу еще не так сильно отстают Power Rangers. Но вот 10 тысяч лишних денег, это, конечно, очень много. Брюмастер, кстати, собрал себе Владвинс. Интересное решение, в принципе. Думу. А Дум собрал себе Блейдмейл. Мидия. Поймали опять Сайленсера. Тут же свап, тут же Глобал. Там подожгли у нас Шейкера. Ульта Парейшна опять прилетает мимо. Ну и Трикси идет сюда под тауэр. Шачло выживает. Все-таки убили только Разора. Не, ну там продолжается у нас наступление со стороны команды Fnatic, поэтому нужно просто уходить. Тауэр надо забрать, и будет уже Аганим у Сайленсера. Вот, кстати, у нас мы с тобой два дезинформатора. Что? Экскалибур катает папчики. Я вот прямо сейчас смотрю.
на Твиче. Да нет, ну Матумба Мэн это Экскалибур, нет? Ну а почему он тогда папочки на Твиче катает? Или все-таки Матумба Мэн это Матумба Мэн? Нет, ну это Экскалибур. Как бы по официальных заявках команды Fnatic. Ну а Экскалибур катает папочки на Твиче. Вот прямо да? Сейчас, да. Я просто зашел, прочекал, и он действительно катает папочки. Значит, это действительно Матумба Мэн. Вот Матумба Мэна накрыло сейчас. Ну, Матумба Мэн это тоже финский игрок, как бы, и в официальной заявке Fnatic, когда команду они анонсировали, он действительно был. Но сбивает с толку то, что иногда сам Экскалибур тоже играл с никнеймом Стандин Матумба Мэн. И это действительно было. Ну да ладно, давайте после драки уже договорим на эту тему. Сайленсера разменяли нас на Шейкера. И, наверное, на Шачло, там, да. Да, Шачло догоняют, залетает стан также от Винги. И, ну, должны же добивать. Стрела пролетает в пикселе. Ну, Бримастер сгорит, сгорит. И камень. И теперь еще Виджи Зика. Нет? И Зику один удар. Трипл килл делает Буги. Так вот, по поводу Матумба Мэна. Большинство веб-сайтов дают официальным пятым игроком команды Fnatic именно Экскалибура. И не сами может, поэтому он и есть стенд-ин, я не знаю. Я имею в виду Матумба. Ну, не знаю, не знаю. Ну, как бы... Ну и вот, и в заявке на стар-серию у команды Fnatic Экскалибур заявлен, как бы. Скандал, интриги, расследования? Скандал, интриги, расследования. Показывается, так что, что скрыто. Да, ну, Матумба Мэн, да, действительно, Матумба Мэн это есть такой финский игрок. И в своем анонсе на своем сайте, когда анонсировали состав, они анонсировали, что он у них будет играть. Но тут вот, вот непонятка, короче. Летит очередной ульт Паришина. И опять-таки не точно в никого не попадает Виджи Зик. Попытка была зацепить Дума, но Дум пошел на магазинчик, заскочил. Так, ну и что там у Дума? У Дума Блейдмейл и тоже будет агоним у Дума, судя по всему, очень интересно. Причем даггер у него также появляется. Какой-то интересный Дум, необычный Дум. Ну и Сайленсер с агонимом. Вот Сайленсер с агонимом это уже очень любопытно. Также любопытно, будет ли он собирать сейчас рефрешер. Так, у меня у что-то заиграло у нас. У меня что-то заиграло, я так понимаю, в альтабе и пропало. И пропало. Слушай. Что это было? Не знаю, может, ты где-то там футбич или баскетбол смотришь, или еще что-нибудь. Да, докажись, нет. Ну, да ладно, потом. Может, это в доте? Между матчами. Знаешь, что? Как Зума доте, была в этом. Если я не ошибаюсь, то это включился какой-то комментатор спортивный, который что-то там начал вещать. Ну, я же о чем. Я же говорю, может, это как в доте, как в Prime World, где там Зума на базе, а здесь можно футбич посмотреть. А, может быть, футбич пошпилить. Да. Виспами. Так там уже создавали, кстати, футбол в кастом-мапах. Уже создавали там футбол, где можно там виспами играть в футбол. Боже. Такое. Понапридумывают же. Да-да. Так, ну у нас там в мидл идет атака. Находят опять Муна. Муна поджигают. Ну, Муна нормальный, мув спид, поэтому он, вероятнее всего, уйдет. Хотя есть стан у Трикси. Если добежит... Ай, хорошо, Джеймс. Хорошо, Джеймс. Наконец-то, вовремя. Фиссура. И вот, кстати, Дум слишком далеко забежал. Стрела не долетела, а вот агоним, а вот догорит тупо за счет глобала, да? Да? Да, догорает за счет глобала. Правда, Трикси здесь пытается драться 1 в 4. Слушай, а Трикси там дерется 1 в 4, вот только сейчас фиссура залетела. И у Паса будет буквально через 3 секунды станчик очередной. Вот, ну, он, правда, погибает. Дум делает блинкаут. Ну, 1 в 2. Хани тоже сейчас отсюда уйдет. А снизу-то тем временем Матумба Мэн и Буги. Забрали тавер. Хани, Рюхани, Трикси очень классно все сделал на этом доме, потому что у него был блейдмейл, он его очень вовремя включил, когда его там начали все месить. Так, ну и вот смотрим, собственно, на графики. А на графиках у нас уже катастрофа. 15 тысяч золота. Да. Вот они как раз обновились. 15 тысяч голдишечки и опыта 7,5 тысяч. Но на опыт тут, по большому счету, уже плевать, так как перефарм очевидный. Причем очень сильный перефарм. Вот этот Буги с даггером, Владмиром. И не знаю, что там, Хекс еще какой-нибудь себе насобирает, или Шиву, ну, Шиву вообще, что я несу. Может, Линкин Сферу? Да нет, ну, Хексюля, конечно же, это должна я быть. Я бы тоже Хексюлю собирал, безусловно. Дум, у которого тоже скоро будет агоним, Сайленсер, у которого сейчас 1500. Ну, рефрешер. Рефрешер, я тоже думаю, что это, скорее всего, будет рефрешер. Вы видели, как работает, собственно, глобал, когда будет 16 левел и 14 секунд глобала, ну, это вы понимаете, что это такое. 14 секунд глобала, которые там валят тебя еще. Да, еще демедж курсой, это просто жесть. Там очень много. Там курса, 65 смотри, демеджа в секунду. Кунка нападает на Буги. Бутрайдер тоже ныряет, заходит сюда. Трикси тоже вовремя прожимает блейдмейл. Его никто не хочет пока что бить. Трикси еле живой, ушел. Да, Трикси отсюда уйдет. Виджазик погибает. Чеширский кот получил стан и решили все-таки на Муна
переключиться. Больно Муну. Сейчас закончится ультимейт у Брюмастера. Ну, Блинк не успел сделать. Но в любом случае Муна убили. Джеймс. Джеймс. Пивка дали Шачло. Ну и Буги не стал прыгать за Джеймс по тавам. Хотя, наверное, стоило это сделать. Чисуки Кот присасывался. Заныкался. Ну да, кстати, если там сейчас Винга каким-нибудь непонятным образом просто крикнет в сторону. Да, будет как Мизери у нас было два дня назад, когда в Инвизе против Power Rangers стояли в лесу ребята. Ой-ой-ой, такую стрелу получил только Джеймс. Что Джеймс. Хани 6-0-6, действительно анстабл. Поймали Матумба Мэна и тут же свапчик. Ну вот она, как Винга должна по идее идет работать. Просто в атаку, правда погибает сам Винга, тут тоже Винга, должна погибнуть. Винга, но там Аганима вроде как нет, поэтому нету, может даже конечно. И выживет. Ну, минус Кунка, там же на базе начинает избивать Power Rangers, да, Винга выживает у нас. Опять только Сайленсер погиб, у Сайленсера 1-4-4, 1300 голды, вот так пытается его как-то фокусить. Но он тоже так странно действовал, у него очень мало хп, он такой, в атаку, блин, я вообще не может, вижу. Он просто подумал, что, блин, была, не была, умирать так с песней. И... Ну да, может быть. Поехали, шашки на голо и вперед, вперед, вперед. Так, там прилетел. Манта-стайл у Брюмастера. Ах, вот оно что, Михалыч. Манта-стайл. Ну, окей. Почему бы и нет? Хорошо, следующий вопрос. А почему бы да? Вот в чем как бы вся суть. Потому что это хороший артефакт. И... Для морфлинга. Для морфлинга. Все, что хорошо морфлингу, хорошо и остальным. Все. Хорошо. Где Эзериал, Брюмастер? Брюмастер, где Эзериал? Врываешься, а прикинь! Блинк, Эзериал, клэп, ульт, клэп! Просто, пфф, там такой дамаж. Terrible, terrible? Ну, нет, конечно. Как недавно, не помню, кто скидывал видео с типа джетпаком, который ускоряет бег там атлета. Ага. И там написано, что милю пробегает так там за... Что-то там 16, там и 2 десятых. Пас. Ну, тут, да, у нас начинается, кстати, замес. Сапнется пас или нет? Нет, пас просто пешком убежал. Да, и там Шачло сейчас продолжает наваливать Брюмастер. Дум горит на чеширского кота. Также, как мощно тут сейчас Зику прорубил левелдесом. Ну, и это минус Шачло, в него камень достает. Ой, и еще и параллельно Буги поднимает Шейкера. Просто отличная игра. А там еще и, кстати, чеширского кота догнал Хани. И убил вообще в лесу. Но это минус 4. Да, на ровном месте. При этом Рошанчик по-прежнему стоит. Ну, как стоит. На ровном месте? Напали на Вингу, ГГВП. ГГВП, да. Напали на Вингу, за что были тут же наказаны, очень серьезно наказаны Power Rangers. 25 минут понадобилось команде Fnatic для того, чтобы выиграть матч у Power Rangers. Да, так вот, как раз у нас пока будет немножко офф-топа по поводу этого джетпака, что там-то так он пробегает без этого джетпака в определенную дистанцию там за 16,2 секунды, а с джетпаком за 12 секунд ровно. Неплохо. Неплохо. Такой буст. Это как мотостайл на Брюмастере. На 25%, да-да-да. Неплохо, неплохо. Вот прям реально как мотостайл на Брюмастере. Вот настолько же эффективный артефакт, как и вот тот самый джетпак. Эффективность. О, ладно. Выше всего. Эффективность. У нас, кстати, смотри, Разор... 0-7-0. Он побил рекорд Шачло из первой игры, у которого было минус 0,5 фэнтези-поинта, у него минус 0,9. Лучше бы Шкунку вниз отправили, Разор отправили бы в мид, там, против Салисера. 11 фрагов, Брюмастер, Хани, 7 фрагов, Патма, просто супер, 7-0-8, Хани отыграл прям Буги, 11-0-4. Только Винга один раз фиданула. 2-1-12. Тут трипла. Просто фантастика. А какая-то Moonlight 7 смертей. Джеймс 4. 5 у Джазика. Виджазика. Ну и Шачло тоже 4. Матумба Мэн на Сайленсере 4-жды фиданул у нас. Ну да, его больше всех убивали. По сути, только его и убивали. Винга там один раз отдалась и все. Все остальное да, время фокусили именно Матумба Мэн. По дэмэджу. Понятно, Буги первый, Трикси второй, Матумба Мэн третий. Просто один раз там или два раза он глобал заюзал с Аганимом. Так бы побольше было бы у него дэмэджа. Ну и турнирку давайте посмотрим. И опять-таки у нас будет пауза. Сколько у нас там пауза? Опять? Опять около 20 минут будет пауза. Ну вот она турнирная таблица. Как вы видите, Power Rangers 5-5. На шестом месте остаются 10 матчей. Они сыграли так же, как и X-Game. Ну а ребята из Fnatic на 14-м пока месте. Но одна игра. 0 поражений, 1 победа. Видим 100% результат. Да, 2 нолика у нас в таблице. Также у Virtus.pro 2-0 на данный момент. Ну и у Fnatic 1-0. Всех остальных уже проигрывали или выигрывали, что-то доделали. Secret Team сыграет у нас против Meet You Makers в следующем матче. Он начнется опять-таки
Через какое-то время, ну, пауза. Через 20, да, наверное. Через 20 минут пауза у нас будет сейчас в трансляции. Вы далеко не уходите. Посмотрим, как Secret Team будет играть. Потому что первую игру они сегодня сыграли просто на 5 с плюсом. Ну и вот надо продолжать, скажем так, начатое. Так что вот давайте смотреть. Через несколько минут мы с вами будем наблюдать за четвертым, а потом за пятым матчем сегодняшнего дня. eSportBets.com – уникальное место для настоящего геймера. Только здесь возможны ставки на киберспортивные события. Ты знаешь толк в самых популярных играх и готов рисковать? Смотри регулярные трансляции и зарабатывай реальные деньги. eSportBets.com – живой азарт и холодный расчет. StarLadder TV представляет 10-й юбилейный сезон звездной серии Dota 2. Лучшие команды со всех континентов, самые популярные студии и комментаторы. SL TV, Beyond the Summit, Imba TV и LGD TV. Сотни часов трансляций на 5 языках и гранд-финал с участием легенд Dota 2. Покупай билет, следи за матчами звездной серии в клиенте игры и вноси свой вклад в призовой фонд турнира. Впервые вместе с покупкой билета ты получаешь уникальный сет на Тини и компендиум StarLadder TV с системой достижений. Следи за ростом призового фонда и получай дополнительные призы. Для начала – буст игрового опыта. Далее специальный лоад-скрин от StarLadder TV. Худ турниров, матч всех звезд, игровой курьер и новый сет на одного из самых сильных героев Dota 2. Ты увидишь это первым. Следи за событиями на сайте Dota 2 StarLadder TV. Покупай билет на StarLadder или подвергнешься тщательному анализу.